Доброго времени суток. Это канал «Котельный доктор». Это протерм Гепард, настенный энергозависимый котел. А электричество раз и выключили. А котел работает? Потому что у нас установлен источник бесперебойного питания. Это решение вопроса энергозависимости, друзья мои. Не лейте антифризы. Не надо заливать всякие жидкости, непонятные системы отопления. Купите хороший инвертор. Я не рекламирую, это они разных фирм делают, и Ростов, и Китай, и Москва. Значит, 220 вольт преобразовывается в 12 вольт, поступает на гелевый аккумулятор. Акцентирую на этом внимание, потому что именно гелевый аккумулятор надо ставить в помещении. И вообще он для них как бы хорош. А требование к инвертору — это чистый синус на выходе, чистая синусоида. Вот это оборудование обошлось нам порядка 15 тысяч рублей. И теперь мы не знаем, что такое электричество. То есть вот он свет у нас есть, вот у нас свет нет, а в котле все хорошо. При этом стабилизатор котлу при такой системе совершенно не нужен, поскольку это самый лучший стабилизатор.